Хелло всем, с вами я, Ред Фостер, и сегодня я покажу вам, что можно делать с одним только робоксом. Как видите, у меня на балансе только один робокс, и давайте я вам покажу, что можно сделать в робоксе всего за один робокс. И первое, что можно сделать с одним робоксом, это купить специальные вещи, которые сделал сам робокс, и они стоят всего только один робокс. Вот они. Как видите, я вам не вру, они стоят именно один робокс. Вот, я могу вам даже показать, вот. Buy Robux, сделанные робоксом. Это очень странные вещи, потому что их только два на весь робокс. Два на весь робокс. А две штуки всего на один робокс. Ну да, будто их много. Если я не ошибаюсь, вот эти вот джинсы, они были бесплатными когда-то. А сейчас они почему-то стали платными. Ну, в общем-то, они стоят 1 робокс. И если у вас есть 1 робокс, и вам нравятся вот эти вот джинсы, или вот эти вот штанишки, тогда вы можете взять просто и купить их всего за 1 робокс. И следующее, что можно сделать всего с одним робоксом, новое название, робоксом, это сделать свой геймпасс и его же купить. Или же найти чей-то геймпасс и купить, который будет стоить всего один робокс. Вот, например, заходим вот сюда, нажимаю вот эту кнопочку Create и Passes. Нажимаю вот эту вот кнопку сбоку. Passes. Create a Pass. Теперь мы должны сделать какое-нибудь название. Странное будет пусть. Давайте выберем что-нибудь другое. Допустим, возьмем вот это. Вот, напишем сюда Gucci Parts. Description любой можем делать, описание. И вот, загружаем его. И вот, Gucci Parts. Вот она у нас. И вот... мы можем сделать ее платной. Итак, нажимаем Adversity. Нет, это не то. Это реклама. Вот, Configurates. И можно сделать его продавать за 1 Robux. Сейчас Item for Sale, 1 Robux. Save. Мы ничего с этого не получаем, если его купят. И, в общем-то, возвращаемся. И вот наш Gucci Parts стоит 1 Robux. Ну, вы спросите, ведь мы уже его имеем в инвентаре за 1 Robux. А мы можем просто сделать вот так, Delete from Inventory, и все. Теперь мы можем заново его купить и просто хвастаться тем, что у нас есть такой фигнюшка. Кстати, да, все. Переходим к следующему действию с одним робоксом. И следующий способ, точнее не способ, а действие с одним робоксом, это дождаться, пока лимитированная вещь не станет такой вот дешевой. В принципе, эта вещь, в принципе, та и не менялась очень долго, как и было 39 миллионов, но просто потому что этого никто не покупает. Ну, какие, блин, 39 миллионов робоксов? Но некоторые вещи могут стать, не знаю, кто это делает, наверное, какие-нибудь видеоблогеры популярные, которые миллионы робоксов на счету, они покупают вещь и потом ее продают всего за 1 робокс, или робакс, кому удобнее. И, в принципе, давайте купим это за 1 робокс. Ну да, конечно. Купить робокс. Робокс, да, купить. Доминос. Ну, в принципе, да, вы, наверное, меня и поняли, то что некоторые лимитированные вещи, которые такие вот дорогие, вы можете ухватиться за моменты, когда они очень дешевые, и бывает даже тогда, когда они стоят по одному робоксу. Поэтому следите за обновлениями лимитированных вещей, и переходим к следующему. И следующий способ, также очень, конечно, странный, но на самом деле это ж правда. Мы можем играть в игры в Роблоксе, всего-то имея один Робокс. Давайте проверим. Вот, например, вот.
Заходим в Pokemon Brick Bronze by Script Inc. И можем в это играть абсолютно бесплатно, даже не тратя наш один робокс. Прикиньте, ребят, это вообще шок. Как? Неизвестно, правда. Но это факт, мы можем играть в игры всего-то, имея один робокс. И это и следующее действие, что мы можем делать с одним робоксом на балансе. И следующее действие с одним робоксом на балансе, это, конечно же, брать вещи. Вещи необычные, а всего-то бесплатные. Бесплатные вещи, конечно же, можно взять бесплатным, без никаких усилий. Вот, например, вот эта вот кофточка. Вот у меня всего-то на балансе один робокс. И смотрите. Бау! Вот это да, вообще классно. Я считаю, это еще одно действие с одним робоксом, которое вы можете сделать, даже не тратя его. В принципе, все очень классно. И следующее действие — это покупка геймпассов за один робокс. Давайте же посмотрим. Вот. Один робокс. Геймпассис. One Robux. Геймпассис. Only one Robux. В общем-то, это очень классно, ведь всего-то за один робокс вы можете купить себе геймпасс и хвастаться друзьям, то что у вас есть в инвентаре геймпассы. Даже если у вас всего один робокс. Но на самом деле-то это же все равно, ведь у вас есть геймпасс. А это много стоит, геймпасс. Хоть и за один робокс. И следующее действие, что мы можем сделать всего-то с одним робоксом, это продавать и покупать VIP-сервера. В общем-то, давайте посмотрите. Возьмем вот, например, вот этот вот. И теперь сделаем Configurate Start Place. В принципе, мы это сделали. Вот Permission. И у нас все есть тут. Experiences. Все окей. Поэтому мы сохраняем это. У нас это сохранилось. Мы сейчас здесь вот. И давайте configure this place уже. Нажмем. И теперь permissions должно быть и не здесь, да? Тогда встретимся, когда я это уже найду и покажу. Ой, я совсем промахнулся, ведь permissions и access — это разные вещи. И вот access everyone, и все есть paid private service. И ставим просто сюда один робокс. А, ну ладно. Так, где это у нас тут, а? Expected profits. Один робокс. Так, где это? Вот, 10 робоксов. И один. О, все. И вот, смотрите, у нас всего сервер. VIP-сервер стоит всего один робокс. И мы можем его создать. Так. Не понял. Такс. Вот. Ой. Надо как-то сделать это, а? И, в общем-то, да, вот, у нас один сервер, прайс один, и все на Create Private Server. Это какая-то ошибка, я не знаю, что произошло, но на самом деле он стоит один робокс, поэтому переходим к следующему. И следующее действие, которое мы можем сделать с одним робоксом, это добавлять, кидать заявки в друзья. Вот мы кинули заявку Аиду, Вячеслав Дабл О, King of Darkness Cerebrus и все там его названия. И мы ему кинули бесплатно заявку, всего-то даже не потратив один робокс. У нас остался на балансе один робокс, но мы все равно добавили его в друзья. Как же это работает?
Вот, он что-то тут сейчас создает. И, в принципе, мы можем его даже анфоловнуть, заблокировать и посмотреть его инвентарь. Инвентарь абсолютно бесплатный. Что ж есть у Аида в инвентаре? Какие-то очень странные вещи, конечно, у него есть в инвентаре. За 20 робуксов есть какая-то корона. Но он же Аид, поэтому он, наверное, и купил за 800 робуксов. Но есть у него еще такие короны. У меня, кстати, тоже есть такая корона. Поэтому подписывайтесь на мой канал, и я покажу, как я получил эту корону. В общем-то, теперь мы можем все сделать просто. И самое главное действие, что мы можем сделать всего-то с одним Роблоксом. Роблоксом, да. Это новое название Роблоксов. Роблокс. Я думаю, вообще классно. Очень звучит. Роблоксы в Роблоксе. Вообще топ. А в принципе, единственная, самая главная вещь в Роблоксе, что мы можем сделать всего-то за один Робокс, это зайти на сайт Роблокса. А именно, смотрите... Опа! Пишем сюда roblox.com, и мы зашли на сайт Робокса. Всего-то с одним Робоксом на балансе. Это как вообще работает? Я не знаю. И еще есть еще одно, что можно сделать с одним Робоксом на балансе. Это поиграть в мои игры. Ссылочка, как всегда, в описании. И посмотреть мои новые видеоролики, которые я снял вчера. Да. Они очень интересные. Я там рассказываю очень много вещей. Например, как что-то сделать с Roblox Studio. Или что-нибудь типа того. Очень интересные и познавательные ролики. Как, например, вот этот. Это очень был познавательный ролик, я уверен. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, я, Red Foster. Я очень быстро говорю, но вы, наверное, успеваете меня слушать. Поэтому всем удачи и всем пока. Ba-b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 a